февраль, и сегодня 31 августа, да, завтра уже первый день учебы, ну как у нас, типа, день, урок знаний будет и урок безопасности, ну, самое основное, не знаю, в прошлом году просто такого не было, раз такого слышала, вот. У нас поменялась снова классуха, я решила сделать косички, типа, завтра я их еще завтра утюжком проделаю, вот. Мне надо еще как-то две косички сделать. А, можно три сделать. Еще одна резинка нашла. Вот, так что я сделаю три, потому что раз, два. Можно сделать раз, два и три. Так. Вот. Вот отсек моя. Так. Я сейчас заплету, моюсь и вернусь к вам завтра. Ну, я сейчас покажу. Завтра мне стало 6 утра. Вообще, мне сначала надо было к 8, потом сейчас завтра к 9 нам принесли, потому что до 9 там линейка, вот. Ну, и к 8.50 должна быть уже возле школы. Так, что рассказать? Грустно. Вроде бы только первое было, сейчас уже, завтра уже 1 сентября, вместо 1 июня. Вот, лето у меня было очень быстро, хотя я толком ничем не выходила на улицу, но оно очень быстро пролетело. Так, мне за день очень нравится завязывать. Оп, оп. Фух. Это брызг, кстати, потому что мне и пересушила волосы, я их сейчас ел мокрыми. Вот. Последнюю завязываю. Да, кто-то их расчесывает, но у меня почему-то, если я расчешу, он будет не очень выглядеть. Без расчесывания. Ну как, я перед этим этот расчесывала, но они какие стали. Все равно их ведь намочила, и они не расчесывают. Вот, челку я не буду, так я не знаю, говорила. Оп, оп, быстро. Раз, два, три, все готово. Я их с утра еще утюжком, вот, пройдусь. Так что, зацепись. Ой. Ух, вот такие вот у меня косички смешные появились. Вот. Все дела. Не знаю, кто это делает. Мне просто нет вида. Ну, вообще нравится, когда они вот такие будут, типа. Знаете, не завязывала этот. Я, наверное, буду спать в этой повязке. Ну, чтобы неудобнее было. Не сильно жарко будет. Вот. Еще вот этот стоит. Все очень жарко. Вот. Я уже почистила зубы. Вот, не заснула. Сейчас я умываюсь вот этой умывалкой. Особенно вот тут я буду умывать. Вот у меня опять повалили тута. Прыщик, который недавно не может спать. Особенно лоб, брови и нос. Все. Поехали. Умываю лицо. Вот. Это постоять. Завтра мне надо уйти, наверное, к 8. Что-то я говорила 7.50 минут. Или
Короче, мне к 8:50 надо. О, не знаю, хорошо. Дальше протираю этим. Этим я не буду, я с утра вот этим протираю. Вот. У нас сегодня очень-очень жарко. Вчера тоже было жарко. Ну, август вообще самый жаркий был. Вот. Так что еще наношу вот эту фигню. Я не знала. Ну, вообще, на 15 минут и с утра наносить. Я ее еще с утра нанесу. Вот. На 15 минут надо ее. Но на ночь можно и на всю ночь. Вот, я именно вот так большим слоем наношу. Это очень хорошее вещество. Она очень дешевая, дешевая в аптеке. Мне сказали, потому что... Вот. Целоцинковая паста. По-моему, дешевая. Вот. Тебе жарко? Нет, я не буду. Хочу утюжку для гофре и вот этот гофре сделать, что у меня нет утюжка. Ладно, просто когда будет первое. Сегодня первое. Да, как бы не хотел говорить, да, сегодня первое. Я уже умылась, попила кофе, вот, с молоком распустила себя. Я сейчас хочу, то, что у меня не получилось, хочу сделать гофре. Короче, сходила я уже в класс, забрала чайники вон там, и вторую часть я убрала. Вот, у меня вообще бардак, вот. Мне надо сейчас пойти в фикс прайс купить и тетрадь по физике про то, вот.
Пришла я 2 часа назад. У меня были дела. Так что я еще буду снимать 2 сентября. Да. Я сходила как бы за тетрадью, взяла еще себе по русскому, потому что я решила заменить во второй тетрадь по русскому. Сейчас я лежу под кондером, и у меня есть такая минералка. Я обожаю такие минералки. Вот. Она прохладненькая будет. Я все мокрая. О, мокрая уже. Я мокрая. Так что встретимся завтра. Завтра у меня 6 уроков. Русский, физра, физика, первая моя физика и алгебра моя физика, и 2 технологии. Так что встретимся завтра. Ноги вращайте. Я пришла со школы, сейчас погуляла с собакой, у меня поводок. Вот. Я не расчистила нифига. Вот. Я в школе ничего не снимала, с утра я тоже не успела, потому что я еще не проспала. И сейчас иду делать уроки, сегодня пятница. Так что... О, всем еще раз привет! Не знаю, о чем я сейчас это говорю. Вот. Бля. Начала разбирать рюкзак. Сейчас я сяду делать уроки на выходных. Я не занимался этим и не тратил свое время, потому что в субботу я планирую что-нибудь поделать. Там у меня дела в понедельник. Я с мамой еще пойду барачить книжки. А в воскресенье у меня там надо день рождения там какой-то. Вот. Так что я сейчас буду делать уроки с видео. Я обожаю это делать, когда еще и видео на фоне играет. Я ничего не кушала, потому что я не хочу. Я на предпоследнем уроке. Нет. Перед двумя технологиями я покушала. Так. Я забыла. Ладно. Сегодня я еще купила дидактику по геометрии и алгебре. Кстати, в понедельник алгебры у нас не будет. И ни физики, ни алгебры. Так что я очень рада. Я вам сейчас скажу, какие у нас завтра. Ой, завтра. Понедельник уроки. Вот так. В понедельник у нас на... Графическая грамотность. Я не знаю, что это за урок. Нам тетрадь надо будет. Потом русский язык, биология, иностранный русский язык, география и литература. Короче, 7 уроков. Да, 7 уроков. Я сейчас хочу это все... финансовая грамота переписать. Вот покрасивее. Так что... Сейчас уберу все учебники наверх. Все наверх. Оп. Потом все уберу. Сейчас перепишу. Напишу листочки все и перепишу расписание.